Я Сет Роген, а это мои лучшие друзья Уилл Райзер и Эван Голдберг. Мы с Сетом продюсируем фильм, который в оригинале называется «50 на 50». 50 на 50? Может, речь идет об азартных играх? Нет. Может, это постапокалиптическая фантастика о том, что у людей шансы на выживание 50 на 50? Нет. Фильм о том, сможет ли наш друг обмануть судьбу и заодно рак. Хотите узнать, выживу ли я? Приходите в кино. А пока смотрите трейлер. Ты совершаешь очень серьезную ошибку. Не делай этого. В смысле, почему? Ты сказал, что тебе нравится задумка. Умоляю, не надо, такое уродство получится. Давай за дело. Погоди, погоди. Ты сам-то что ею стрижешь? Промежность. Психологический шок. Опухоль? Да. У меня? Да. Слушайте, ну так же не бывает. Я же не пью, не курю, мусор сортирую. Отрицание. И что ты ощущаешь? Да ничего, давно не чувствовал себя так спокойно. Очень давно. То есть, как будто все заволокло туманом. Я просто сказал, что мне спокойно. Сопротивление. Ты ж молодой, все молодые с раком справляются. Все звезды переболели. Том Грин и мужик, который Декстера играет, и Лэнс Армстронг вообще хроник. Я переезжаю к тебе. Мам, нет. Я же твоя мать. Вот именно поэтому. Принятие. Печенье будешь? Нет, спасибо. Они со шмалью. Вам разрешено употреблять марихуану в медицинских целях? Нет, употреблять разрешено мне. И что же у вас за болезнь? Куриная слепота. Нахрена мы это сделали? Я же говорил. Да еще машинка для стрижки яиц, которые я никогда не мою. Алло? Привет, это Адам. Адам? Что случилось? Summit Entertainment и Monday Pictures представляют. Кажется, у меня нервный срыв. И чё, какие шансы? Говорят, 50 на 50. Ништяк! В казино такой расклад вообще редкость. Все вокруг говорят, скоро поправишься, не парься, все будет хорошо, но ведь не будет. Ситуацию не изменишь, но ты можешь изменить то, как ты ее воспринимаешь. Тёлки будут западать на меня, потому что у меня рак? Сотый раз повторяю, да! Клёвая песня. Ага. У меня рак. Косяк вышел, признаю. Да. Полный писец. Да. Вообще не возбуждает. Да. У меня рак.